«Ник Джуниор в кино» представляет выпуск номер 11. С 20 февраля на экранах. Мега-щенки Электролапы и Шиммер и Шайн. Любимые герои возвращаются. И на этот раз у них еще больше суперспособностей. До эфира на ТВ. Мега-щенков ждут новые миссии, а Шиммер и Шайн придется спасать непоседливых божьих коровок. Спешите в кинотеатры всей семьей. Вашим малышам точно понравится. Мега-щенки Электролапы и Шиммер и Шайн. В кино с 20 февраля.